Так, вечерняя Кирилловка, Федотовая коса. Везде очереди. Мороженое, коктейли, чипсы, сувениры, блин, экскурсии. Одни, вторые там дальше едут. Это середина недели, это еще не суббота, не воскресенье. Где вообще движняк конкретный? Шашлыки. Средняя цена 35-40 за 100 грамм. О, тут, конечно, движуха. Туда у нас лунопарк. Лунопарк, да? Пиццерии, кафешки, шашлыки, опять же. Ну а там вот где огни, там уже дискотеки. Вот уже первая, кстати, мохито. А почем шашлык? Гривен 40, гривен 100 грамм. А свиной? А свиной 50. 50? Одно. Шашлык почем? Шашлык 50, курятина 40. За 100 грамм. Я понял. Сейчас, сейчас мы смотрим. Вторая дискотека. Техас. Друзья, как удивимо. Пока еще вход абсолютно бесплатный для каждого. Это еще детское время, еще никого нет. 9 часов вечера. Потом засниму вечером, что тут творится. Вино. Люди, машины, все, короче, в перемешку. Если можете представить, что здесь творится в субботу. Третья дискотека. Ну, тут уже подтанцовочка. Дискотека
мята, не знаю, видно, не видно. А почем шашлык? 40 гривен на шейка, 30 гривен мякоть. Я понял. Так, тут какие-то очереди. Ну вот цены видели. Рыба всевозможная, креветки, морепродукты. На расхват. Очередь. Ну и так вот туда, друзья, 8 километров, коса Федотова, по прямой. Давайте сделаем вам лучше фотку за день. Да не, я его боюсь. Вот еще одна вроде дискотека. Барбадос. Ну, чуть попозже засниму, что тут творится. Кальяны и опять же шашлыки. Ладно, короче, и так вот туда по прямой можно тусить далеко. Первый корпус, второй. Там сзади бара третий, четвертый, еще внутри куча корпусов. Сейчас вам покажу. Вот он вид, двухместный номер. Какой-то 47-й. Это пляж санатория Кирилловки. Полный аншлаг. Но это еще детское время, еще никого нет. 9 часов вечера. Потом засниму вечером, что тут творится. Душа мята, мы планируем сегодняшние наши резиденты и сухой бар. Короче, ребят, скажу так, что здесь, чтобы пообедать,
поужинать, позавтракать, вот так вот серьезного поесть, а здесь проблемка. Жареная рыба, вареники, сырники, пончики, пельмени, кто хочет вкусно поужинать, белый микроавтобус справа у ворот на третьей базы. На эти деньги вы лучше не найдете, вам сразу на руки. А, то он раз, а другой так. А, дырка. Да. Я понял. Ладно, идем по пляжу, сейчас вам покажу, какие у нас пляжи вдоль нашей базы. Короче, есть любые варианты, эконом, люкс, супер эконом, супер люкс. Короче, на любой кошелек. Так, вроде взлетаем. Лунапарк. Дискотека Мята. Сейчас вам покажу еще одну базу, которая находится прямо в центре Федотовой косы. Вот смотрите, Лунапарк. И номера здесь по 450 гривен, двухместный номер в сутки. В центре Федотки. Так, прямо по курсу дискотеки. Одна, первая. Красивого лета, красивого лета, настроение, друзья.